Руки, я сейчас кусать буду. Да, блядь. Кусай его. Ну нахуя ты это делаешь? Пусть идут в коридор, блядь. Он записывает это, надеюсь? Я только сейчас запись включил. Синтек, что там у девок у твоих уже там? Они хотят мне ноги на ногах сбрить. Ой, волосы, блядь. Десятку поставьте, пацаны. Они у тебя там совершеннолетние хоть? С ними шутить можно? Да, точно слышишь? Точно? Да, абсолютно, мы же студенты. Адрес кинь, пожалуйста. Я выезжаю. Да, сейчас все гильдии выезжаем. Сначала фотки, потом адрес. Хорош, блядь. Пофиг на фотки, давай адрес. Сейчас он же один раз выехал, обычно. Фотки сам сделать могу. Не того, не приедет, сюда только Хурюк мог прийти, и то он, блядь, кидал. Хурюк мог только уйти, блядь. Блядь, я поставил десятку, почему 25 стоит? Билеты Томск, Магнитогорск. Нет здесь никого. Да ты им пузырь дай, пусть идут в коридор, нахуй. Ой, только меня подлагивает что-то, у меня ноут, походу, еще не проснулся. Я его в первый раз включил с нашего последнего РТ. Да какая дота это, Warcraft? Войд, поменяй, короче. Как, вот, нахуй? Ну так да, выйдите с листа. Скажите, как вы выйдете, блядь, всё, не заходите. Блин, может в рейстор друида спекнуться? Блядь, можно убавить? Спасибо. Алик, у меня катастрофа! Так, давай будем вместе хилить в 2 друг 25 как. А? Нормально. Ты как раз в ХА сделал. А что за бизнес, что он мне раскидал на босса и все, и радуешься жизни. Буду. Блять, хочу похилить. Не хочу доложить, хочу хилить. Что ты сразу что попроще выбираешь? Танчить не, я никогда не скажу эту фразу, даже не надейся. От меня никто ее никогда не услышит. Я бы потанчил на самом деле. Танчить, ну типа, это... босса держать на себе, чтобы другие не огребали. Вот. Давайте выйдем, человеку тут лицо сломаем. Уже так ему один раз сломали. Так, сейчас я поем. Пусть заживет хп много. Мы с учейкой все 20 тысяч хп. Давайте выйдем, сломаем лицо. А, нет, было. Там был какой-то товар, 29. Кому им? Нет. С наступающим! Ой, шучу, с прошедшим. Неправильно, не тот, но тот варим, с наступившим. Наступившим, говорят. Прошедшим. Кому он? С прошедшим, да. Кому он наступил, куда? Ну, типа, с Новым годом. Савенохвост наступили. Ну. Да, кстати, это Савенохвост наступил. Знаете, что это больно, между прочим? Какая сволочь Савенохвост решила наступить? Ой, да ладно тебе, подумаешь. Так а что, мы со второго босса начнем? Давайте уже с этого начнем, с правого. Вообще пофиг. Собаки. Собаки, как собаки. Зачем собака? Второй босс. Второй босс это не собака, а еще псина. Второй босс это Тракс. Да, там еще собака, отвечаю вам. А ты куда ушел, Синтек? Вагон. Я релогался, у меня мышка отъебнула. Я тут сейчас людей уроню. Ты либо... Че, ты не захилишь? Хп принстанный хпал, чем охилить? Как там у нас, кто там писал у нас в дискорде, это хпал, что они не хилят? Не могу вспомнить. Биг Дэм. Не Биг Дэм. Кто-то другой. Какой-то прист. Я помню, что он играет за приста, а кто он, я не помню ник. Поле ДЦ? Нет. А я вообще по барабану. Может, это был я? Да, я откуда знаю. Я по голосу, я тем более не знаю. Я никто не могу вспомнить. Ты хоть себе по голосу узнал из чата человека. Это... Блин, мне интересно, сколько надо собирать хосты БМ-ханту? Много. Не, ну сколько просто? Таланты же там дают определенный процент хосты, сколько вот это надо? Просто мне интересно, учитывается пассивка от того, что это идет авто РНЖ или нет? Момент этот мне интересен. Да его нет, я усвоить не могу.
Это в Дискорде напиши ему. А вдруг человек празднует, что я его буду заебывать? Я ж нормально адекватный человек, вот праздники пройдут и буду заебывать. 31-го заходил. Да пачками я видел, что он снеговика гонял, испытания. Ой. Что-то я уже до кнопочки сжать отвык. Ну растур, это люди пизда. Ты раскинул омоложение, кинул буйный рост, и все. И радуешься жизни. А тут лунный рой, гнев, ЗОшки, фу-фу-фу. О, хорошие шмотки падают, все отлично. Нужна гурдак, нужен гурдак. Как раз будет гурдак, будет счастье. Блять, настроение пиздатое. Так, на предчувствие хуёвое. Что там? Что там? Кого ждём? Ничего не поменялось. Глора. Ладно, говорите, дайте вам рыбу. О, рыба, пацаны. Филетка, под шубой. Слушай, Лайк, сколько у тебя мастерки без глоры? 14. Хуйло. Да не выйдет сделать, как я хотел. А у тебя есть на 4-е штаны? Не знаю. Нет, у него нету. Надо в банке Блять. Смотреть. Ну, у меня хуйня какая-то. А где можно берсерк с ты, это зачарование, берсерк скоммунизить? А сколько у тебя с глурой мастерки? Берсерк, она просто можно в Долоране изучить. 28. Там торговец за эти, за кристаллы алкашные. Понятно. А где именно? В каком месте? Там, где вендор стоит, это с прокачкой. Профессии. У наставника. У наставника. Ясно. Там слева, короче, продавец, и вот за кристаллы можно. Там, понятно. Ты из меня клоуна, что ли, делаешь? Че, тут просто по центру было, да? Вообще ничего не поменялось. Надеюсь, вы выпили сапроты. Аура стоит. Сапрот, что такое сапрот? Он седой вообще. Настой сопротивления. А я не брал его. Уменьшает полученный магический урон. У меня ШВ есть, не пофигу. Там в каждом по сапроту. И по два перепрокнет, понял, отлично. Также на 40 было всю киру ни разу ты 4 не прокнул, такое обидно было. Когда мы смотрим, когда уже за УД два куска добавят? Я форум не читал, пока что не знаю. А сейчас будет больно сове. Блять, как дела? Давай БР. БРим бомжа. БРим бомжа. А, блять, травист БР. Сука, я БР. Не успел. Нет, только трависта есть, вижу. Оба БР нули его. Самый быстрый БР на Диком Западе. Если бы сейчас, сука, не лагала, так ёб туда. Надо будет потом на мобильный интернет переключиться. Что-то не годом. У нас гер есть? Нет, нет. Ни гер, ни кристобафов. Ну вот держите, если чё. А слышите, какой-то говно рейд в этом плане? Да. Да, это гер. Найс. Помогло ШВ. А в кого? А в меня полетело? У, понимаем. Ладно, полежим. Лежи. А, у нас же шутного есть. Кошак-то как сдох, я-то как сдох. Как дела? Ну, ты не просил. Как дела, хупалю, сдох, да, ман не хватило. Ты нахилил на 100, га? Больше, чем я. Так ты танка хилил, а я всю группу. Вот именно, как дела? Как дела, ДК на обсуждали 89 тысяч. Как дела? Хпалю, блин. Хпал на обсуждали 54 тысячи, ДК 89. Это... вас или что? Вот вы позорите нас перед новичками, между прочим.
Ладно, прикинь, что ты перед дыханием, потом света, Михель. Надеюсь, у вас в голове что-то откладывается, да? Единственное, в чем я ошибся, это я почему-то решил нажать крылья, а было просто нажать бабл. Нормально. Это единственное, в чем я ошибся. Ну, может, еще ЭМА не сдавал? Ой, ты сдавал, кстати, ЭМА? Ну, ты когда сдашь ЭМА, ты ауру освободи, я потом возьму темную, а ты третью возьмешь. Так, аура, мастер ауры работает на все ауры. Он усиливает другие, там же написано на нем. Нет, не работает. Как нет, там же написано, усиливает другие ауры. Ты имеешь в виду, не надо менять ауру, что ли? Ну, в этом нет, плане, по-моему, да. Не работает, мы тестили. Не работает, тестили. Тогда просто вот тебе через надо, книжку блядь. И все. Постоянно нахуй звонишь, блядь. Хоть через книжку, хоть через еще, хоть 10 паладинов у тебя будет с одной аурой, будет работать та аура, которая первая поставилась. Дайте рыбу. Сидеть нахуй не с кем. А все остальные 9, если будут давать ИМА, то не будет увеличиваться саппорт. Причем она сработает только на одного человека. Так что ауры надо переключать. Еще 55. Дайте пиццу пожрать. Последняя рыба. Кстати, правосудие свет не забывай кидать. Я ПКД его кидаю. Не-не, он кидает ПКД. Я слежу за тем, чем он хилит, не переживай с ним так. У него правосудие света 5 секунд простояло. А, это Войд кидает. Я кидал. Понятно, я конечно. Понял. Нормально. Войд кидает. А, наверное, ты же понимаешь, что если бы Войд еще бы сейчас не кидал правосудие света, я бы тебя перехилил? Да, блин. Да, потому что я лег с пула. А, Войд, покидай синюю джагу, я смотрю, маны мало как-то. Вот, чтобы все играли как Войд, видите, он даже вспышка света хилил. Да я бы чуть-чуть еще и перехилил бы вас. О, в натуре. Вот кто-то пил им прям камень в огород закинул, прям так с ноги запрыгнул, наверняка шут. Хорошо, пошла. Чё там, Синтек? Где чё там, где чё? А чё, так ты, блядь, рейд лидер. Я все нажимал. Ничего, зато я 25 гер нахилюсь от души. Я каждый раз сожру, кто кинет желтую джагу. Выебу его длинным волонером. А потом еще и посохом. Проверни обратно, босс. Чтобы, да, чтобы, меня чтобы эта хуйня... Да. 90% всего начинает дышать. На 10. На сотке будет лужа. После 10 он даст каст, а после каста сразу будет отпинять. Вот. Чё, блядь? Нихуй. Там сам купал? Сын, так ты видел, как ебало оторвало? А, Зози, всё, молодец. Какой-то дал ауру. Дал. Я тебя поняла. Ну так мне показалось, там лицо прям оторвало. Встаньте кто-то, сука. Да встань ты рядом, крутишься, Сэнтек. Да думаю, уже не добьем. Уже ну да, бетона. Добьем. Может быть. А, это на меня, наверное, да? Лужа в миле. Нет, не на меня. А, бля, ходи туда. Еще убиваемо. Ты там как вагон? Собираешься кнопки нажимать? Не, надо третьего хила. Да я не знаю, Синтек, ты там как, отдыхаешь или что? Я, блядь, хилю нахуй. Я чё, знаешь, что они за 1.5 секунды умирают? Ну да, там прям сильно потребовало несколько раз. Жёстко. Вот, Равенин в луже урон получил. Потом хпалю, просто бич не подумал. Короче, ну щупальца, наверное, прохиливаются и решил стоять рядом с ними. Вентилятор тоже лужа.
Притон просто не захилили. Ты нахуя меня вообще называешь, блядь? Я в самом конце списка. Кто, Равеня? Да, посмотри. Ну вот, вырывающаяся тьма. Это лужа такая. И в нее наступил, когда она пропадала, получил 20 тысяч урона. Ладно, давайте я на этом боссе на свою ДЦ-шку заскочу, а потом на эту навару. Я уже спекнулся. А, ну ладно. Ты подожди, видимо, не то. Поставьте гильдбанк. Меня отпиздил, блядь, сам босс. Теневой колодец тебя убил. Меня отпиздил сам босс. Гильдбанк у кого-то есть? С лужи он просто не вышел, с бублика. Это Тагир в конце года! Это Тагир в конце года! Как приятно видеть заложников 39,7. Пипец. Глаза радуются от этих цифр. Ложка 39,7. Наверное, много, я не знаю. А я все равно, когда две воли один, он будет мало бить ЗО. Я уже посчитал примерный прирост. Мне было очень-очень скучно. 31 числа. Я сидел, считал в калькуляторе все. Где бы скидки пролились как надо. Так. Там же написано, по-моему. 9 дней еще. О, они, кстати, уже добавили 3 НЗС. Да? Уже серьга есть, я смотрю, сплетение. Да-да-да, уже. Талисманчик с умиранчиком. Кстати, довольно-таки дешево. Допустим, эти гермские чешки некромантия стоят дороже, чем за эскитрини. Ты этот хапарю на себя лучше частицу забрось. По 4К. Блин, хочу две власти, сука. Пизда, хочу две власти. А 5 можно уже купить? Ой, хуй, по-моему, да, кстати, тоже уже добавили какие-то куски. Где, в магазине ты 5 можешь купить? Синтек. Нету? Да, добавили-то 5. Нормально. Шкаф по-гейски. Сейчас со скидкой 4270. Ну, честно, там сейчас... Не, там же только 3 куска еще нужно взять. А без скидки 5700. Ёптоду. Я не знаю. Берегитесь. Дал ауру. Третью забери. Я заметил, что у них бешенство как-то криво работает иногда. Но иногда не дают касты сбивать, а иногда все-таки касты подсбиваются. Они бегут на хапала, который воет. Бублики выходить. Надо кусать. Есть срез? Есть срез у Войда. Эти на поводу. Да, кто-то, конечно, Слава, ты перестрался с 8 стартовыми. Твоя есть такое дело. Пиздец. Добьете его? Да какая-то хуйня, нахуй. Бублики не зашли. Нормально. Так бублики никто не зашел. Да, значит, 8 стартовых, да, чуть-чуть крыбу руши. Так сейчас же, сейчас будет срез.
Так даже со срезом. Почему как? Да я в курсе, что мы и так бичи. Какие нахуй ясницы красить? Я люблю тут что-то. Что-то какая-то хуйня, блин. Да, что это хуйня, согласен. У вас ХПС странный какой-то. Ага. Паля, у тебя на магии нету КД случаем? Есть. Я закрывал уже с кем-то. Какая не схавал кончала. Вкусно. О, это может ты в ретри, когда зайду за холика? Да давайте уже, сейчас с этого трое убьем. Да? Не знаю, вообще не сладко. Давайте больше его. Что-то вы можете сегодня не по душе. Нихуя себе. Купи мне нормальную жижу и все. О, сникливый, да? Слышишь, а раньше, по-моему, в Т5 такой хуйни у палов не было. Какой? А там, короче, если синюю джагу скидываешь, он на 13 секунд сокращает экзорцизм. Было, было, было. Это все было. Экзорцизм каждые 2 секунды можно хуярить. Да, ты хуяришь экзорцизм скилл, экзорцизм скилл. Может быть. Потом у тебя набиваешь, по-моему, желтую джагу, бьешь ударом воина света скилл, ударом воина света скилл. Потом красную джагу кидаешь молоток скилл, кидаешь молоток скилл. Потом, когда все простаковый, уезжаешь печать экзорцизма, надо хуя до хуя до мага въебал. И босс начинает страдать. Дайте поварам каску. Это хапали. Все отлично. Да и по магам бы не мешало. Береги. Да и совы сказали бы спасибо. Наверное, друиды тоже? Нет, у друидов есть. Теперь есть. Не надо, за что такой пинник? Я же уже сижу прям на роутере. Она море белый сосок! Она море белый! Стинтек, у тебя все еще праздник, я смотрю. Вот, да, это нормально все. Вот, так это должно быть. А не то, что мы сидим тут в печи. Он начался только. Да, у тебя он начался. Вчера я отходила. Вчера, знаете, да, что он делал? Вчера построил свой бордель, а потом он не сохранился. Я сегодня Браво. Его перестроила. А она его перестроила. Имся, что ли? ПДСМ наклонность. Да. Блядь, как... Скажи адрес, где ты живешь, чтобы я туда случайно не попал. Самый прикол. Вы в Магнитогорске живете. Ой, забери ауру. Тогда я никогда не попаду, надеюсь. Прикол в том, что они Т5 добавили только с побежденных боссов. Ну тогда. А ты сказал, с вайши они не добавили. Какая разница? Должно быть. Перв, залейте тьмы в миле. Там пизда сейчас будет большая. Ну, Старпол нажал вам в помощь. Проклятие, выноси. Да все, давай. Так, еще одну сферу зайди. Нет, предыдущую! Бегите или погружение, погружение. А, погружение, вижу. Пизда. Пизда. Ром, у меня появились брови! Поздновато что-то сказали, конечно. Ну, блин, я скачал, сказал в начале коста. А что вы сами не смотрите, что босс кастует 5 секунд, блядь? Там же написано над головой, блядь. Ничего не ходит, да. Надим, вода, я все уже. Че, на собаку пошлите? Да какая собака? Давайте. Надо уже душить, нахуй. Вы че, бля? Душить. Но не змея. Ну все, сейчас точно будет победный. Все? Давай. Где покупать?
А, понятно, потому что паладина сутетка сапфировой совы, вон чем прикол. Я все еще полагаю, что меня похилил. Это вообще-то бис Трини накопало. Трини-то бис, блядь, только там ни камня, нихуя. Да. У меня в сутетке два камня. Она пустая. И да, этот самый столик равенен. А, вот камни. Присните хоть люди. А шкаф зачем? А, это камни. Петя, забываю же, куда с камни съесть. Вот все. Стоп, накрасно, вот накрасно. Я тебя начну с меня, вот чё. Да стоп, все хуёво! 5, 4, 3, 2, 1. Даже выпить нечего. У меня тоже всё закончилось. Будет у тебя тёмно или у меня? У тебя. На, забери. Дала. Я маленько не понимаю, зачем Рамсам вообще в принципе использовать вихрь. Я профита, наверное, не вижу какого-то. Они ползут на льду. Сферка, бля, там сферка нахуй. Ну там уже развито. Пиздам. Это они на меня шли, на мне сферка это да, была. Да, да. Ебать, хуёво. Вообще, вообще нельзя хилам нахуй далеко стоять. Надо, чтобы какие-то ДД стояли. То, блядь, хуйня. А бабл никак не нажимается там? Ну да, в одну точку можно было бы баблом все развить, в принципе. Да. Как идея. Тут, да, хорошая идея, синтек. Чувствуется Новый год. Да. Ебать, если бы я на пале почаще играл, наверное, нажал бы. Давно не играл. Надо встать, это чтобы далеко стояли там он, лок, кто-нибудь сова там. Можно наоборот. Чего по палю, как дела там? Чувствуется. И сферу ловить. И просто сдать АФК в сфере. Я забыл даже, что у меня такая кнопка есть бабл. Паладин забывший, что у него есть бабл, не паладин. А есть этот свиток стойкости, что престы дают? Его хэпали сразу меня резает. Ой, это есть свиток стойкости? Не знаю. Наверное, нет. Вот тебя начертатель, да, крафтит? Ну да. С 5 секунд. Вот, если тебе не жалко, один используй. О, победа. Ой, твоя первая ма. Берегитесь. Это будет ближе, мне кажется.
Нет, забыл ТМВшку котячую включить. Нихуя не вижу бафы свои. Сверку, сверку. Забирай ауру. Надо на котенке тебе набить. Солнце пошло. Ну, пидоры пошли. Ну, блядь. Что-то мы не дамажим совсем эту хуйню. Осмак выпал. Понимаю. У нас кто-то софт. Настя, блядь, верни телефон, пожалуйста. Ёбаный мой. Обысь, ну и что такое у нас? Скоро погружение, там смотрите, не проебитесь. Бля. Погружение. БР есть на связи? Если... Меня нету. Если... Уже дотанчу. Победа. Просто меня забили челика. Да идите вы в пизду, я за этими штанами бегаю, бегаю, не падаю. Ну как что там? Пойдете? О, да ну нахуй, это мне надо, да? Линканите лут. Шо это такое? Это шо это дает? Вспышка 33. Да, блеск. Шикарная РТ еще. После ТТГ десятки. Может кара, ХМ какая-нибудь, ХЗ. Так, ну надо забирать, да? Можно. Да. О, я бы себе наручек забрал. А наручек кому есть надо? Мальда, бичпо. Если кому надо. Штаны заебись, да, на хпала? Ну, рекорд шикарная на штанах. А вторая что дает? Ну, вторая там дает щиточек, но он прям копейки абсорбит, всплеск лучше. Это у него захил, когда он таки хорошая. На той же лане 25-ки она может прохилить там в районе 140-150 кусков смело за бой. Там у Ирахила, конечно, довольно-таки много выходит, но чарака хорошая очень. Можем только 10 герб принести хотя бы на 8 боссов таким составом? Может быть, этот, ачивку кому надо там для проходки? Ну... Кому на... Ой, я помню, проходку мы делали, ребята. Главное было. Ну, прикиньте, с того года в рейды не ходили. А, вообще, прям, ты уже просто пиздец вообще. ГП не начисляется. Все. Ух. Целый год не ходили. Я вот сегодня шоколадку ем прошлогоднюю. Это очень интересно, а какой диспель здесь будет? Два пала. Два пала. И два жреца. А что, эти друиды не смеют? Нет. Нет, конечно. Отведи дальше его назад. Да. На решетку, как он стоял. Не верти боком его там, лишнего. Там... Это не он вертит. Босс? Это я ему больше понравился просто. На самом деле мы убили, потому что я форму поменял. Че у тебя с маной? Я походу не отрегенил.
Ну ты бомжом, блядь. Три друида есть, если чё. Финнер, дайте по хапали. А почему у нас два кота? Как дела, Рви, этот Рви? Берегите. Нет, так еще не уверена. Миша, так против котов? Как бы больше дал. Еще бы ты дал это бах вот этот приставской на меткость. То есть сейчас играть без 3% меткости. Да, мы сейчас играем без 3% меткости. Вот красота. Я отдыхаю. Мне похилить не дали, я буду дамажить коту. Я понял. Третий раз подряд. Шутка такая с меткой третий раз подряд убегать. Там 100 луж было, Равениан, ты зашел. Равениан. Вообще долбоёб, блядь. Ну ладно, все нормально. Он уже пьянера умер. Равист, Равениан. Я, блядь, жму глыбу, блядь, а у меня, прикинь, 3 секунды. Конечно, тайминги. Рид бомжей, да? Рид бомжей получается. А, сейчас мы, наверное, Гаганаша еще раз свяжем, победа. Гаганаша падать, это, конечно, уже... Выходит, я не ночной рожден, у меня энергии почти нету, поэтому у меня укус на третьем месте. Вот здесь там кто-то. Если у меня рога не кончается вообще, я бессмертный, а, походу. Я там сейчас вышел, да. Я предлагаю переехать на другую сторону. Серьезно? Блин, отличная идея на самом деле. Кстати, Сэджи, ты тут? Ай, что-то меня плющит немного. Кроме чуть-чуть. Качаем его пламя скверное, это... Ай, немножко постоянно. А, нескончаемое, нет, он нескончаемое, это дебаф. Да, а что за тогда вот фигня под ним начинает искриться пол? Это что такое? Сокрушительный. Понял. Я от него как раз тоже сдох. Кабич. Зози, блядь, ты можешь к нам прийти сюда? Я заебался за тобой бегать. Я от него убегал, от сокрушающего, и меня просто настигло где-то вдалеке. Нам хватает держаться на макс рейндже или атак. Тогда будет все заебись. Ну, я просто метку вынес, потом сразу подбежал и колебался чуть-чуть с ренджой. Ну, в принципе, кстати, если бы прожался, я бы не шотнулся. Я просто брони было бы ноль. Там, если хп хватает, она не шотает, а вешает дебаф на нем. Потому что броню в ноль уменьшает. Сейчас я куплю перчаточки за УД. Ух, хорошо будет. Отлично, прожимку. Да, без кап РББ, конечно, фурик такая помойка. Я где-то слышал, что вара вообще не дамажит. Биг Дэму, скажи это. Ну, так он сам говорит. Не скажет. Понял, он это сам и скажет. Ну, палка. Что-то... Понятно. Голова там не упала. А вот этот пояс на ретрика нормально будет? Нет. Голова? Мойка. Там головы упала. Пояс, этот, пояс. Таска, да? Пояс. Какой на пояс? Ретрика. На ловкость нормально. Крит. Да, ой. Что там? Тебе же не надо. Как он крит? Тебе же не надо, да, синтек? Не, ну я хуй знаю, тут чарки нету.
Включаем ну, урон. Ладно. Мне кажется, на медведя на тебе очень нужна синтек. Магический урон. Да похуй. У меня есть поезд уже 71. Вот это на. Да, ну и помойка. Че, осталась собака ебаная, да? Ну я там в ретрика тогда. Ну, я там уже в салу. Ну, я уже хочу повешаться, да. Там с вами пейнгом противопоказано быть в мелизоне. А что там? На собаке падает еще моя пушка или уже не падает? Все падает, все пушки падают везде. Пухи, да, пухи везде падают. А когда-нибудь все выбьете эту пушку вместо приговора света? Надеюсь, будет и пояс, и ступни латные. Это будет вообще шикарно. Что, они какие-то чарки переписали, а какие-то нет или что? Вот я смотрю, у меня на пушке сила заклинание 3. На щитке просто инта показывается, как обычно чарка. Они на пухах попереписывали пока, в основном только. Блядь, здесь трэш, я его не увидел, ёбаный бог. Беда. Да, отлично. Вот это ты синтек походу бухал. А что, потому что девочки рядом? Все потому, что девочки рядом, они начинают изучать твой мозг. Сначала ты не замечаешь трэш, потом ты не замечаешь духов, потом ты в принципе уже никого не замечаешь, и все. Да, и все, дети, блять, ебаный. Ну ты хоть так-то сильно не утрируй, пожалуйста. Ну да, ты уже переборщил, я боюсь, они не согласятся. Видели бы вы этих прекрасных женщин? Да, то есть девочки, это женщины, да? Я ты играешь какими-то девушками. Я только что видел чудо, я не кайтанул под лунным затмением за ложками. Пизда. Че, не до капли так получается? Не, я просто впервые такое вообще видел. Капли давно. Хотя я ж по 25-ку собирался, я капли так. Так что, в принципе, может быть, на самом деле. Там шанс, конечно, как-то личный, но, блин. В теории быть-то может. Стараться его собирать стандартные крики. Я лучше в СПД выйду нафиг. Я вот сейчас хочу кисть япнуть, чтобы добить кап меткости себе. И перерулить чарку на запах с крита на СПД. И вообще будет зависеть. Есть челлендж. Милики стоят в РДД, а РДД стоят у миликов. Можно. Отличный план, кстати. И пытаемся убить. Ревенян, дай, пожалуйста, МКшку на этого босса. Это кто, брось? Террорист. Спасибо. С 4 на пуле разогнали. Отрасизм там бойся в десятке, что откидывает. В 20-ке будто не откидывает. 25 не откидывает. Ладно. Нет, это, по идее, это баг,
Нет, но это не сделали специально. Это не баг, они это анонсили. Я не знаю, где он. В комнате должен быть. А еще примерно после каждого следующего идет сало. Спустя пару секунд. Вот рестором заебись. Просто кофе кидаешь, ебать, а в этом сало ловит. О, вот оно. Сало поймали? Нет, конечно. На хп он умер, значит, нет. Тут тоже нету. Он там должен точно быть где-то. О, блядь, это уже. Зеленый, вы к нам так не подходите, блядь, конфликт с вами. Я слегка испугался, ну ладно. Ой, блядь, бомж. Бля, Ревичи, как дела там? Видишь, у тебя все хорошо? Так надо, так надо. Ты не понимаешь, нужно всегда мне сдохнуть, неважно. Как дела, ебать? Тебя какой-то бич перехилил. Ты на 20 там выше, чем я. Что ты от них хочешь? Ты захочешь вот, блядь, монстя. О, дайте мне этот, который я с рейтингом критоступил. Да, не мог он забрать мой заряд. Я же телефон зарядки снимал. Вообще, это очень похоже на мои ботиночки. А чё там лата не выпали, надеюсь? Критом. Ну он с критом, отдайте, упали. Какой сове? Алло, отдай тапки, алло. Забирай звездным огнем, отдай мне нормальные тапки. Рестора. Давай, кидай один. Это все, что выпало? Серьезно? Угу. Хуйня. Тапки. Тебе нужно там срезки. Пойдем хорошо на бучку ходим, что ли?